Как происходит взаимодействие сейчас с инвестиционными фондами? Чем именно они занимаются и каким образом взаимодействуют с группой компаний Skyway? Ну, здесь вопрос как бы непростой для меня. Почему? Потому что я вообще-то генеральный конструктор. Я не занимаюсь сбором инвестиций. Это не моя работа. Поэтому я отошел от сбора инвестиций, занят сейчас проектно-конструкторской работой. И у нас есть партнеры, инвестиционные фонды, которые были созданы, они сами, не я их создавал, они были созданы инициаторами, инвесторами нашими. Так? И эти фонды, являясь нашими партнерами, по своей кадре, по своей программе, в своей логике, привлекают инвестиции, и потом как фонд приходит в группу компаний Skyway. Не в Минск. Здесь проектно-конструкторское предприятие, это закрытое акционерное общество. Он никакие акции не продает, никаких долей не продается. Все это здесь. Инвестиции привлекает учредитель этой компании. Это компания Global Transport Investment. И она создала компанию вот здесь в Беларуси, проектно-конструкторскую. И интеллектуальная собственность моя перенесена вот в эту компанию, Global Transport Investment. У меня сейчас ничего нет. Собственник другой, не я. И вот эта компания, которая является инвестором группы компаний Skyway, и привлекает деньги, даже не продавая свои доли и акции, а переуступая, переоформляя с большим дисконтом, потому что наша группа компаний еще не вышла на фондовый рынок, да просто на рынок, да. Мы не можем продавать там, как ЭП, свои акции или там Газпром привлекать, да, в развитие компании. Поэтому эта работа ведется по другим схемам, по схемам краудинвестинга. И опять же, эту схему, эту логику выбирает каждый инвестиционный фонд сам. И мы на это не влияем и не можем влиять, потому что фонды работают самостоятельно и финансируют наш проект. Поэтому у нас отношения как между партнерами, не более того.